Арина Аверина. У Арины очень интересный купальник, если вы обратили внимание. Давайте, чтобы она также великолепно сделала сейчас мяч. Пожелаем ей. Ну, были ошибки, но я думаю, что Ирина Александровна обязательно разберется с Ариной, посмотрит, и над чем поработать, может быть, что-то заменить или добавить. И это только начало сезона, первые соревнования, Олимпийский год. Более того, обычно московский этап... Гран-при на месяц позже бывает, но в связи с тем, что у нас очень короткий